Коллекция грамот и благодарностей в кабинете бизнесмена Василия Крикунова 26 мая пополнилась. С днем предпринимателя Василия Ивановича поздравил глава администрации Заречного Вячеслав Гладков. Вы являетесь образцом для подражания для многих как всех зареченцев, так и предпринимателей. Поэтому, дорогой Василий Иванович, праздником хочу пожелать, конечно, чтобы ваше предприятие не просто стабильно существовало, но и развивалось. Успехов и здоровья вам в вашем бизнесе. Василий Крикунов – один из старейших предпринимателей в городе. Производством мебели он начал заниматься более 20 лет назад, в лихие 90-е. Признается, организовать свое дело было непросто. Тогда ничего не было, очень сложно было. Сейчас все есть, все материалы есть, надо только деньги купить. А то и деньги были, а купить невозможно было. Ездили в Москву, в больших машинах, там все оттуда только везли, доставали. Василию Ивановичу удалось создать собственную фабрику. Мебель здесь делают на заказ, по индивидуальным проектам, особо следя за качеством. На предприятии трудятся настоящие профессионалы. Столяра работают, допустим, от 15 до 20 лет работают. Работали тоже в 5-м цехе, специалисты, лучшие специалисты. Швейные тоже, женщины работают тоже где-то 18-19 лет. Обивщики тоже так же 20 лет. Руководитель машиностроительной компании «Ленкомтех» Дмитрий Кузнецов профессиональный праздник тоже встречает на работе. Это предприятие существует всего около 6 лет и за столь небольшой для бизнеса срок достигло значительных успехов. Мы развились от маленькой компании, которая занималась продажей, перепродажей запасных частей, в производственную компанию, которая выпускает порядка 500 цистерн в год. То есть это такой уже порядочный объем. «Ленкомтех» производит цистерны и емкости для различных отраслей промышленности. Компания уже завоевала свою нишу на рынке. На наши изделия есть сертификаты таможенного союза, то есть у нас берут их и Белоруссия, и Казахстан, ну, естественно, и наша Россия, то есть от Калининграда до Владивостока наши цистерны представлены. Сейчас на предприятии трудятся 35 человек. В планах осваивать новые производственные мощности, создавать новые представительства в Санкт-Петербурге и на Урале и идти только вперед. Ксения Тризна, Игорь Войдаков, телерадио, компания «Заречный».